Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в Черепашки Ниндзя Легенды. Так, заберем свои награды. В магазине открываем колоду. Так, выпадает нам паукус. И завершим, пожалуй, все задания. Начнем с серии испытаний. Пойдем по кругу. Так, Армагон, Бакстер Стокман, Леонардо, Макмен и, пожалуй-ка, Ванька Стиранка. Именно такой командой сегодня я пойду. Ну что у нас тут? Я вижу Кирби. Надо с ним по-быстренькому как-то покончить. Давай, Армагон, я верю в тебя. Так, теперь таракан бронированный. На тебе. И остается гриб. Переходим плавно на вторую волну, где нас встречает дрон, училка, еще один дрон, ну и Рахзар вместе с нейтрализатором. Давай-ка я валунчиком попробую всех сразу накрыть. Ах ты, нейтрализатор выжил. Но это ненадолго. Давай, Леонардо, разбирайся с ним. Все, ребят, серия испытаний у нас пройдена. Мне вот интересно знать, за два дня, что я не играл, меня сбросили очень сильно на арене. Как думаешь? Я думаю, прилично. Так, давай-ка мы, наверное, сразу начнем поиски. А поиски мы продолжаем именно на нашего Кренга. И здесь нам не хватает... Сколько там получается? 6 ноутбуков для Дони. Раз. Два. Так, давай, не жмись. 3. И все, приплыли. 4. 5. И последний, пожалуйста, мне ноутбук дайте. Ну что вам стоит дать мне последний ноутбук-то? Ё-моё, они мне дадут один мутаген, и все. Есть. Получил. Ну что, друзья, до 6-й ступени мне хватает, все хватает. Фу, блин, долго, конечно, эта прокачка, ё-моё. Так, ну что, друзья, следующий у нас идет тело андроида. А может быть, нам все-таки лучше прокачать ядреный заряд, потому что это все-таки массовая атака. Крэнк находит креативный способ запустить во врагов ядерную бомбу. Разрушители с вероятностью 50% будут заблокированы положительные эффекты статуса в течение одного хода. Да, наверное, следующим я буду прокачивать именно этот удар. Ладно. Насколько я понимаю, задание мы эти выполнили. И нам нужно лишь поднять уровень персонажа. Это мы сделаем с тобой после того, как пройдем арену. Так, по испытаниям. Армагон. Армагон нам, ребята, он не нужен. Если честно. Единственное, что я могу предложить, это проходить платиновые негодники. Хотя я не уверен, что мы там что-то сможем сделать сверхвыдающийся. Давай-ка, наверное, все-таки с аренки начнем. Так, ребята, Лига Сёгунов 2 звезды. Что-то меня такой расклад совсем не устраивает. Дадут, интересно, они мне 16-21. Есть. Мы получили 16-21. Уровень, как ты видишь, 58-60. То есть можно здесь проходить по брынкам. Ну, например, я возьму Ваньку. Это так, для разминки. И, например, вот этих. Слушай, а Ванька справится у меня? Прикинь, если сейчас мы сфейлимся, вот это будет веселуха. Ну, то есть Ванька, например, не добьет кого-то. И тогда мы тут получим по полной программе. Но нет, Ванька все-таки, ребята, нормально себя повел. Как ты видишь, с одной плюшки всех вынес. Тем самым он проводит нашу команду на следующий поединок. Так, 59-я позиция. Что-то как-то медленно мы продвигаемся. Нам нужно тогда искать уже вот. 16-21 нам дают на автомате. Здесь и... Майки, подожди, куда ты лезешь? Мне достаточно будет одного Леонардо. Я все-таки в него верю. Раз, два, три, четыре. Я не буду здесь на равных драться, потому что мы уже и так много времени потеряли. Я имею в виду в плане того, что два дня я не играл. Ну, опять же, заработать, друзья. Сейчас у меня выходной, поэтому могу себе позволить немножко поиграть. А вот это мне не нравится. Все-таки Леонардо немножко облажал. Но, слава богу, маузеры не подвели. Я думал, что они могут промахнуться.
Ну, или не добить, в конце концов, просто-напросто. Не хватит мышей пробить. Но все, как ты видишь, получилось хорошо. С 59 на 39. Вот это уже хорошо. Рванули. Так, а если, например, возьму Донателло, к примеру, и Рафаэля? Так, Усаги, подожди секунду. И, например, раз, два, три. Блин, очень большой риск. 55 уровень, да? Если мы даже, например, с тобой Рафаэля поставим в провокацию, у Магмана есть массовая атака. Плюс ты видишь, Майки делает усиление на свою команду. Даже не знаю. Рискну, короче. Упс. Твою налево. Я вот именно этого и боялся, что не добьет он никого. Так, минус Мондагека. Так, минус Макман. Да ну хорош ты своей горелкой этой вылез. Слушай, нет, все нормально будет у нас. Минус Донни. И, наверное, я здесь все-таки Зилу и отхил, на всякий случай. И вот так вот попробуем. Так, Майки выдержал удар. Тогда давай бросать дубину. Да что такое-то? Ну, Рафаэль его уложит. Все, друзья, здесь прошли. Так, ну что, тогда продвигаемся далее. 17-я позиция. То есть сейчас мы уже перейдем с тобой в Лигу Сёгунов 3 звезды. Ну а там уже Лига Мастеров потянется. Хотя мы в прошлой серии, по-моему, мы остановились на Лиге Мастеров 2 звезды, насколько я помню. То есть опупенно меня сбросили. Интересно, Бакстер Стокман справится один? Если он, например, вызовет смертельную волну. Мне кажется, он должен. Кто-то, возможно, сразу упадет, кто-то получит постепенный урон. Ну, я, по крайней мере, на это надеюсь. Давай проверять. Упс. Упс. Нам надо бомбить, наверное, вот этого. Лео. Е. Остальные от постепенки и удар с локотка. На тебе, хотел сказать, ага. Фига себе. Никто не мог его пробить, пока постепенно урон его не уничтожил. Вот тебе и Донателло. Ну что, перейдем? Нет, не перейдем. Да, что-то жестко как-то и долго. Ну давай нам 16-21. Так, возьму, наверное, здесь Макмана. Макман, интересно, один потянет, а? Если он выпустит, например, свой смертельный вот этот мусорный ураган. По инициативе он должен ходить первым. Проверяем. Слушай, ну он шикарно бомбанул. Вообще всех практически уложил, но остался тут один противник. Его, естественно, Хан запинал. То есть вот такой вот у него ураганчик был. Прикольный. Ну и, наконец-то, мы переходим в Лигу Сёгунов 3 звезды. Я думаю, за эти выходные, что у меня есть, я доберусь до топчика. Можете не волноваться, ребят. Ну что, возьмем с тобой Ника. Возьму Кармагона здесь. Уж Армагоша-то 100% здесь может сразу же с одной плюшки просто всех уложить в баньки. Проверим. Проверим. Давай, родной, не подведи. Вот о чем я и говорил. 61 уровень для него — это вообще ни о чем. Сейчас будем смотреть, как у нас пойдет продвижение. Ага, 77 место. Блин, отдадите мне 17-22, например, нет? Что-то не особо жалуют они меня здесь продвигать. Я смотрю, вот 16-21, это все, это как клеймо какое-то прицепилось к нам. Если я, например, возьму Зека, Джастина и Рахзара, и к ним присоединю, например, морозильную кошку плюс Саблезуб. Естественно, по инициативе они будут проигрывать, они будут ходить самыми последними. Так что вся надежда на Зека. Неплохо, кстати. Плюс Рахзара я сразу ставлю в провокацию от греха подальше. Эйприл надо убрать. Это у нас хил. Так, неприятный запах делает Джастин. Вау! Неужели Джастин с одной с первой попытки всех тут уложил?
Все-таки молодец. На добивке он еще что-то может. А вот именно как начинающий боец, толк от него ноль. 16-21. И все, я никак не могу добраться до 17, там, 22, или сколько там должно идти. Ладно, возьмем с тобой Железноголового плюс Крис Брэдфорд. Что-то как-то слишком много мы с тобой набрали персонажей. Ладно, давай так сделаем. У нас есть еще, не забывай, Супер Шреддер, которым мы можем, в принципе, остальных всех наших бойцов отыграть. Ну что, в первую очередь я делаю уклонение. Сейчас будем смотреть, как Крэнк будет бомбить своим супер-пупер лучом, уже прокачанным практически на фулку. Вот ему бы седьмую ступень. Нет, ребят, здесь даже не то, что седьмая ступень. Здесь все-таки уровень. Он у нас 76-го. Если бы он был соточкой, ух, вырубал бы он тут всех. Будь здоров, это я тебе точно говорю. Ну-ка, давай дрона вызовем. Что-то мне не... Я надеюсь на уклоняшку. Ой-ой-ой-ой, холодильник полетит сейчас. Слушай, я удивлен, даже он не попал этим холодильником практически ни по кому. Криса Брэдфорда, наверное, я буду все-таки наказывать. Тут у нас классовое преимущество было. Отлично. А что вот это такое, а? Такой пощечину дал ему. Что, вот что он сделал этим? А Донателло там, я смотрю, весь заточенный на защиту. Абсолютно весь. У него хил плюс защита. Ну-ка, Майки, давай ему. Все. Это ему не помогло, что он там весь пробафанный был. То есть Майки его просто-напросто пробил. Так, ну что, 63-я была становится 50-я. Всего лишь 13 ступенек пролетели. Но, если честно, это не очень много. Так, 16-21. Ну что, я беру тогда Усаги, Змейка Вьюна, Шархана, Леонардо и Шреддера. Ну, давай посмотрим. Да, в принципе, тут одного Усаги, наверное, было бы достаточно. Справится он, как думаешь? Да, более чем, друзья, более чем он справляется. Даже если бы Ваньку сейчас не уложили бы, постепенно урон все равно бы его добил. Ну что, тогда продвигаемся дальше и смотрим, какое место у нас. 37-е. Блин, как мы долго с тобой пробираемся, а? Неужели наконец-то мне дали 16-22? В общем так, Супер Шреддер будет отыгрывать всю нашу остальную команду. Будем сейчас делать откат, забирать его, ну и в таком темпе все. Поехали. Упс, недобитки. Ну-ка давай-ка, Рафаэль. Замечательно. Блин, слушай, я вот думаю, может быть действительно Рафаэля ролевого раскачать. Ну, он по инициативе вроде бы неплох. Массовая так у него есть, причем довольно неплохая. Так, 18 позиция. Я думаю, что если мы сейчас пройдем... У нас 44 отката накоплено уже. Обалдеть. 44 отката, это очень хорошо. Так, Супер Шреддер. Раз, два, три, четыре. Ну, как видишь, 55 уровней у нас очень-очень много. Поэтому он сейчас запарится, если честно, даже их тут прикрывать. Но зато мы перейдем в Лигу Мастеров. Так, а вот это вот мне не нравится. Хорошо, что этот не стал атаковать. Потому что, блин. Ай-яй-яй, что делать-то? Сейчас Крис Брэдфорд не... Фух, мы его побили. Да бомбите вы. Есть. Нет, нет, так рискованно. Надо все-таки брать подстраховку. Супер Шреддер, конечно, хорош. Но ты видишь, он сейчас добить просто не смог. Да ну серьезно, что ли? Мы даже не перешли в Лигу Мастеров. Офигеть. Офигеть, вы тут подставу делаете. Так, ну что, я беру Армагона, Супер Шреддера, ну и вместе с ним остальных бойцов. Конечно, а что они здесь делают на 55 уровне против
уже почти там 65-е, да, будут против нас. 68, уже 70-ники, грубо говоря. 65-68 уровни выступают здесь. Давай, Ермогоша, добивай. Все, ребят, двигаемся далее. Идеальная победа. И бежим, бежим, бежим дальше. Так, наконец-то мы перешли в Лигу Мастеров. Я вот думаю, мы сможем добраться до Лиги Мастеров. Две звезды уже. Вот такую вот я планочку повышаю постепенно. Хотелось бы, но вот хватит ли бойцов? Раз, два, три. Так-то вроде кажется много, но я думаю, что поединков 5-6 у нас точно должно быть. Если брать даже по 10 ступенек, тогда не хватает. Потому что там получается 50-е место будет, 60-е это максимум. Хотя у нас может же быть и не обязательно 10 ступенек, может перелететь и 15. Поэтому сокращение сразу идет. С 94 на 82. Вот здесь, например, 12 ступенек мы перепрыгнули. Если бы они еще давали бы мне кубков побольше, не 16-22, а там поболее, то, соответственно, шансов было бы еще больше на прохождение. Так, возьму я здесь Леонардо уже все-таки, наверное. Уже 56 уровни идут. Потом 58. И так до 60 мы уже доберемся. Давай. Да, с добивкой, конечно, ребят, тяжеловато. Ну, Леонардо справляется на изи. Я до сих пор, ребят, удивляюсь, что это единственный персонаж, у которого прокачан вот его скилл, вот эта массовая атака, вертушка, до 7 уровня. Больше ни у кого нет такой прокачки. Вот так вот. Кстати, знаешь, что я хочу взять? У нас, смотри, 1088, надо нам взять... Телепорты прикупить. Телепорты прикупить. Так, нет, не Армагона возьму все-таки. А давай возьмем Макмана и Супер Шреддера. Раз, два, три. Ну, нравится мне Макман. Что я могу сделать? Нравится мне, как он выпускает этот мусорный ураган. И спасибо вам за то, что поправили в комментариях. Я же его назвал зомби, да? А это, оказывается, мусорщик, на которого... упал мусор с мутагеном, и вот таким вот он стал. Но почему его так разъело? Да, ребят, он как будто, я не знаю, из мусора дырка в груди. Точнее, даже в животе. И интересно, он за кого был? За черепашек или против черепашек? Так, беру Армагона. Так, возьму Супер Шреддера. Ну, что-то мне подсказывает, мы, наверное, все-таки не успеем пройти. Очень какое-то медленное продвижение идет. Очень медленное продвижение. Так, поехали. Почти, почти накрыли. Хлоп. Изи. Идеальная победа, как ты видишь, и мы двигаемся дальше. Давай 40-ю позицию, в конце концов уже. 44-е. Так, 16-22. Берем Супер Шреддера. Возьму здесь еще Усаги. Так, ну что, там еще три поединка у нас впереди светит. Сможем ли мы все-таки пройти в Лигу Мастеров две звезды или нет? Такой вот у меня вопрос. Так, Усаги красавчик. Шреддер добивает. Так, и смотрим, куда мы уже сейчас переместимся. На какое именно место. Давай 32-е. О, идеально, прям попал. 32-е, смотри, у нас было там 40 с лишним откатов, осталось 31. Просто тает на глазах. Я опять же возьму Макмана, Супер Шреддера. Раз, два, три. Раз, два, три. Блин, ребят, не три поединка, а всего лишь два получается. Все-таки не сможем перейти.
Запала не хватит. Ну давай мусором добивай тогда уж тут всех остальных сервет. Критично идеально. Сейчас если мы, например, 22-ю возьмем позицию, 19-я, 19-я. Блин, дайте мне, пожалуйста, 17-23. Так, стоп, вижу. 17-23, давай вот так вот сделаем. Раз, два, три. Раз. Слушай, а у нас еще целый поединок. Тогда мы зайдем все-таки в Лигу Мастеров. Три. Две звезды, точно. Поехали. По сусекам поскреб... Ой, что делать? А, карайка, ё-моё. Шугал. Нифига себе, караечка, ты понял? Она даже по инициативе круче, чем Макман. Хотя уровень у нее меньше. И причем прилично, я сейчас гляну даже. Карайка 70 уровня, а Макман, извини меня, 100. На 30 уровней разница. И карайка по инициативе офигенно пошла. Здоровски. Так, ну что, друзья, все-таки в Лигу Мастеров две звезды мы попадем сейчас. Беру Макмана. Беру Супер Шреддера. Раз, два, три. Зато всех отыграли, получается. Ну что, давай, родной мой, жги. Слабо ты, конечно, зажег. Блин, слабо, сейчас что-то сделают. Благо все устояли, а. Вот тебе и кролики, вот тебе и их инициатива. Ты видел, что они вытворяют? Хорошо, у нас там не было 50-х уровней. Так бы сейчас полегли бы у меня ребятули. Но неужели? Ну что, я поздравляю нас с Лигой Мастеров. Две звезды. Фух. Так, я хотел купить телепорты. Вот они. А помнишь, нам тогда скидку давали? За 300 телепортов мы отдали практически столько же, сколько сейчас требует. 504. Вот это я понимаю. Теперь можно и фармить, и все, что хочешь делать. Так, поднять уровень персонажа. Мутагена мы с собой набрали? Конечно, набрали. Поэтому... Вот и все. Там даже немножко не хватает, чтобы поднять его на 78 уровень. Так, ну что, теперь пойдем в испытание и, наверное, платиновое пробежимся. Как ты думаешь? Хотя бы глянем. У-у-у, нет, ребят, скорее всего... ты посмотри. Мы не сможем здесь противостоять нашим противникам. Тогда я, наверное, просто все-таки пофармлю жетоны. Так, $3. Майки Космос, Армагон, 50 жетонов, Леонардо Космос. Ты посмотри, блин, всех черепашек мне дали. Как только я начинаю фармить жетоны, да, они мне сразу начинают давать всех черепашек. Когда я их фармил, именно черепашек, фиг ты от них добьешься, они тебе только жетонами этими закидывали. Вот такая, ребят, несправедливость получается. Ну что, наверное, вот эти вот телепорты еще набить. Я хоть и не жадный, ребят, но от лишнего отказываться не буду. И, наверное, сейчас все-таки доиграем всю пиццу, которая у нас есть именно на поиски Кренга, ну, нужных деталей. Конечно, тут несопоставимо, да, что у нас 100. Мы с тобой 100 же телепортов взяли, сотню, да? Даже не сотню, а 200. И тут всего лишь там 3, 4, 5 и 6. Ну, если это все вместе соединить, то где-то 20-ка, даже чуть больше получается. Так, давай. Сразу ему кранты. Ну, а события на Армагона, ребят, я проходить не буду, потому что, ну, нет смысла. Армагон у нас полностью собран. И, насколько я помню, там ничего такого особенного не фармится у него. Там черепашки Космос, насколько я помню. Только черепашки Космоса и сам Армагон фармится, и все. Так что нет смысла.
Так, это у нас предпоследняя битва. Давненько не заходили мы в Драконы Всадники Олуха. Я не знаю, ребят, может быть, там какие-то события сейчас есть. Вы мне ничего не пишите в комментариях. Так что придется самому зайти сегодня и глянуть. Если что-то есть, естественно, будем проходить. Так, и последний поединочек, четвертый у нас эпизод. Так, прибежали. Ну, давай сделаем вот так для начала. Даже не замедлил. А если ракетами? Твою налево, а если с гранатомета? Нифига он, жук какой крепкий, а? Посмотри на него. Давай шипами. Все, друзья. Железноголовый повержен. Ну, а мы с тобой, что получается, собрали все телепорты, которые тут нам давались. Так, теперь я что хотел сделать? Пойти в список, найти нашего Кренга и искать нужные детали. Так, 4 ноутбука, непонятно для кого. Там был... Ага, это просто ноутбук. Там был ноутбук Дони, а здесь просто. Так, второй. Палочки для еды выпадают. Так, третий и последний ноутбук нам нужно найти. Есть. Так, 4 ноутбука мы нашли. Что там у нас дальше идет? Ну, 8 пультов для телевизора. Я думаю, никаких проблем, в принципе, не должно быть. Он ищется довольно легко. Так, это второй. Блин, все, ребят, пицца, к сожалению, закончилась. Ну... Быстренько мы должны будем прокачать его до 4 ступени, вот этот ядреный заряд. Но уже это будет в следующей серии. Ну что, ребята, на этой ноте я буду закругляться. Всем большое спасибо за просмотр и до новых скорых видосиков.